Привет, всем привет, всем привет, 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 привет. С вами Лига Мюзик Варс, с вами Докторишка. Да-да, наконец-то я получил свой персонаж обратно. Сегодня радостная новость, ребята, 27 апреля. 27 апреля это день снятия блокировки на моем канале. Те, кто знает, меня канал заблокировали 27 января. Полностью. И с этого момента прошло 90 дней, и я вот буквально уже жду, и скоро весь видеоряд, ребята, появится у вас на экране. Появятся все моменты, все смешные программки, все видосы и так далее. Можно будет все посмотреть, если нужны какие-то будут тактики и секретики. Но сегодня мы, ребят, празднуем, можно сказать так, возвращение. Большое спасибо хотел сказать администрации, лично гейммастеру Василию, потому что моим делом разблокировки занимался именно он. Что дальше будем делать на канале? Ну, в ближайшее время, ребят, появится такая вещь. Как только я получил персонажа, я решил немного изменить свои тактики, и поэтому будет изменена тактика, соответственно, будут потрачены какую-то часть рубинов. В видео, ребята, вы посмотрите, как я изменю тактику. Я предполагаю, что немножко добавлю активных навыков, я уберу, соответственно, там скорую помощь, реанимацию, так как амулеты последние я выкачал до 10 уровня. Но это из таких интересных новостей. Дальше, ребята, будет небольшой обзор у нас по нашему блендеру. Его никто не освещает, почему-то никто не говорит. Очень странно, даже по обновлению стоит тишина, ребята. Тут как бы очень интересно, я хотел бы вам высказать. Вот, вот как раз полночь. То есть интересно, обновится ли у нас на 27 число. Просто ради интереса, снимется ли бан. Нет, не сняли еще. Видимо, еще какое-то время есть. Ладно, ладно, это мы подождем. Видимо, по Нью-Йорку. Будем, в общем, рассматривать, ребят, еще питомца. Расскажу немного по майской акции. Дальше, ребят, расскажу про зелье невидимости, потому что у него есть небольшие нюансы. Ну, это за раз. Я вам наглядно, короче, покажу. Это все будет. По биржевому кризису ничего интересного сказать не могу, потому что вы все видите сами. Могу только высказать какое-то мнение определенное по призам, которые выставили на него. Много ждали, конечно, модульную печь, но, к сожалению, как-то не очень. Также изменились призы в рулетке. Ребят, призы в рулетке сменились у нас до декабря месяца. Ну, где-то так примерно. Есть вероятность, что они останутся на год до мая. Либо так, либо так. Ну, а дальше, ребят, в комментариях я хочу увидеть ваши интересные высказывания по поводу аккаунта. И, соответственно, ребята, стрим с празднованием у нас, со сложкой, с возвратом докторишки у нас в 9 часов. В 9 часов это все будет. Приходите, буду вас, можно сказать, так прям лелеять. Ну, еще будет небольшой конкурсик, ребята. 26 числа я получил прикольные вещи, если честно. Буду их раздавать, ребят, за комментарии к видео. Дальше будет у меня все это на канале. Те, кто пришел на видео и не подписан, быстро подписываемся. Давайте, ребят, счастливо всем. Спасибо, кто смотрел. Комментируйте! Комментируйте видео!